Всем привет, с вами Пенни Брэдс, и это выпуск по Кейс Баттл. Да, 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 вы его дождались. Выпуск по Кейс Баттл, я, короче, уже тут всеми правдами и неправдами пополнился, закинул 600 рублей, потому что Киви до сих пор меня не легализовала. Я не знаю, в чем там проблема, уже прошло там идет третьи сутки, когда они там все рассматривают, статус моего кошелька. В общем, неважно как, но я пополнился, и сегодня мы будем крутить на кейс батле. Ну а прежде чем мы начнем крутить, хочу объявить старт нового воскресного розыгрыша. На этой неделе в розыгрыше участвуют вот такие вот три лота. Вот такие вот три лота. Есть среди них и статрек, есть среди них и для любителей огромных пушек. Пушка, и такая вот ПП. Пиписька. Пиписька бизон, короче, есть. Вот. А я уже говорил, что будем крутить сегодня на кейс батле. На кейс батле будем крутить. А, хочу что крутануть? Хочу вот эти 4 кейсика крутануть, посмотреть вообще, как из них что насыпет. Начнем, конечно, мы с Чудо-женщины. Посмотрим, что здесь вообще в кейсе есть. Какой-то новый кейс, я хотел другие покрутить, да? Вот, на что мы сделать ставку? Стоимость... А, стой, подожди, я же... Давай мы, знаешь что, мы пока фришки крутанем сперва. Фришки крутанем. Давно я тут не был. Давно я тут их не крутил. Так, ну это скин какой-то. Лунная ночь, он недорогой, 16 рублей. Ладно, пока что ты оставайся. Пригодишься, глядишь, еще там, да, за 16 рублей. Так, баланс не пополнился, значит, снова скин. Какой? Хуёвый какой-то скин. Азарник за 6 рублей. Ну, за 6 рублей тебя можно продать, я тебя оградить не собираюсь. Вот, заработали 6 рублей. В общем, летим к Чудо-женщину. Что тут есть? Ну, судя по всему, что тут есть... Есть тут полное говно, которое одно из них мне сейчас и выпадет. Ставка, думаю, самая дешевая мне, конечно же, не выпадет. Самая дешевая, это вот это. Вот за 53 рубля, по-моему, да? Или за 50, да? То есть 54, 50. Я думаю, наверное, скорее всего, вот это вот едва зеленый мне выпадет. Напоминаю, кейс стоит 199 рублей. Ну, хуй с ним. Вы же хотели кейс батл. Вот он вам и кейс батл. Это вам не изи дроп, бог червей. Ну, 52 рубля, да? Ну, я ошибся, ребята, я ошибся. Оказывается, тут есть и такая. А как я его просмотрел, кстати, бог? А вот он ты, ёбаный рот. Пиздец, короче, да? Ну, давай тогда Виктора попробуем. Ну, посмотрим, как Виктор насыпет. Как бы скинчики здесь тоже такие, знаешь, как бы не алё. Не алё и... Не алё и вообще нихуя. Короче, о, да. Космический воитель. Ёпарасоте. Ёпарасоте. Так, ну чё, а чем Бэтмен порадует? Бэтмен. Не зря же кейс назвали Бэтмен. Может, их надо по несколько раз просто открывать, чтобы он шелкунчик. 317. Вот. Вот нормальный кейс. Вот нормальный, сука, кейс. Бэтмен. Бэтмен, ебаный насос. Не зря кейс назвали Бэтменом, да? Говёный кейс Бэтменом не назовут. Вот. Говёный кейс назовут либо Чудо-женщина. Ну, как и как не прискорбно это признавать. Оказывается, Виктором могут тоже назвать говёный кейс. Очень печально, конечно. Ну-ка, давай второй раз посмотрим Бэтмен. Оправдаешь? Не оправдаешь. Все-таки, оказывается, и говёный кейс могут назвать Бэтменом. Могут и... В общем, говёный кейс могут назвать как угодно. Вот. Вот. Как угодно могут назвать за говёный кейс. 61 рубль. 61 рубль, при том, что кейс стоит 49, да? Еще разок давай крутанем, посмотрим, что... А симплуху, надо было симплуху крутануть, смотри-ка. Ну, как бы, пока что этот Аквамен, пока что... Так, а симплуха вообще у нас есть, доступен, нет? А вообще, а симпл еще существует, кейс, да, то есть тебя еще нет. А сколько мы за... 658, ну, в принципе, это деп. 600 я рублей депал. 600 депал, что-то мы, вот. Что-то мы, так, давай контракты. Контракты мы сейчас... сделаем из самого дешевого 3-3. Посмотрим, что выпадет. 39, да? Ну, в принципе, столько и закинули, столько и заполучили. Сколько закинули, столько. 631. Ну, маленечко даже угорели. Маленечко даже угорели. Так, сейчас я хочу, знаете, что сделать? Так, щелкуна я, наверное, заберу вот этого. Щелкуна заберу. Щелкуна. Я хочу на один этот симпл, на одного симпла открыть. У меня есть 9 рублей. Симпл 125 стоит. Так, 52 и
Вот так вот. А, ой, этот-то проданный уже, ёпара СТ, блядь. Вот я математик-то хуёвый. Хуёвый я математик. Хотел симпла одному открыть. Ну, этот проданный 69. Ну, давай тебя тогда продадим. Вот, сколько тут всего есть? 163, на симпла хватает. Давай посмотрим, что с симпла может выпасть нам. Что может выпасть симпла или симпла, короче, там, как хотите, так и называйте. Давай глянем. Нитро выпадет или не нитро? А, сувенирный. Пиздец, у меня уже один есть такой, ну, хуй с тобой. Будет еще один, да? Будет еще один или... Или подожди, или подожди. 38, 38. 38 дольку просим, да? 38 дольку просим. Так, 189, 61, 69. Так, давай-ка мы вот тебя продадим, тебя, и крутанем еще два разка Аквамена. Блять, я может Джерри крутанем, давай, посмотрим. Аквамена крутили, что? Что же нам может выпасть с Джерри? Горячечные грезы. Ну ладно, хорошо. Открываем еще разок. Что же нам Джерри-то даст? Ну, это вот эта херня, да? Эта херня, это 27 рублей стоит. 27 рублей. Мог бы, конечно, и буйство красок дать, но он не захотел. Он не захотел. Так, а что, подожди, есть мне что в контракты заебенить-то вообще? Есть? Так, у меня 10 рублей. Я могу, в принципе, тебя продать, открыть три раза. Открыть три раза, знаете, что? Три раза. Нет, я не могу три раза открыть вот это, потому что у меня 37 рублей всего. Ну, посмотрим, что. Я смогу всего лишь только два раза открыть. Ну, хотя хуй знает, спираль. Спираль 23, еще разок. 11,59. Ну, как обидно, блядь. Каких-то не хватает там буквально несколько рублей. 61 рубль, да? Окей, окей. Так. 787 нафармили. Подожди, давай, знаешь что? Я, короче, наверное, этой хуйней страдать не буду. Знаешь, что я сделаю? Я что сделаю? Что сделаю? Я, короче, нахуй это все продам. Я все продам, да. Все продам. Все продам и... Или нет, или не все продам. Или не все продам. Что мне сделать? Так, давай мы тогда сделаем контракты снова. Контракты сейчас. Раз, два, три. Вот этих три скина в контракт. Либо 65, либо что-то подороже, да. 175. Может даже Д под объем. 124. Ах, 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 ах. Ох, да ах, какая же хуйня, да? Ох, да ах, какая же хуйня. 733 рубля есть. Но это не такой, блядь, великий деп. Конечно, слушай, можно попытаться с этого замутить 10-процентные апгрейды, да? То есть раз, два, три, четыре. Четыре, блядь, 10%. Ну, я хуй знает, конечно, как пойдет. Ну, если зайдет, это будет заебись, а не зайдет, это будет жопа. Либо... А сколько ролик идет у нас? 8 минут у нас идет ролик. 8 минут идет ролик, да? Ха-ха-ха-ха. Так, давай вот так вот мы сделаем. Пока щелкуна мы оставляем. Щелкуна мы оставляем. Остальные все три продаем. Сувенирку продаем, тебя. И тебя мы продаем. Вот, тебя продали. 428 рублей. Крутанем два раза Аквамена. Так, давай быстро откроем. Ага, так, еще разок быстро. Ласка, 15 рублей. Так, давай тогда еще разок, только вот так вот. Аквамена крутанем. Три разка. Ночные операции тоже. Тоже не порадовал, тоже не порадовал. Потом Джерика крутанем. Раз, вот так. Джерри. Ну, снова элитное снаряжение, как... А, ну, хорошо, ладно. Годишься. Отбойный череп, еще разок. Нормалды пока. Пока что нормалдос. Что-то там... Ну, это не очень, да? Это не очень. А, нет. Ну, нормально, что, нормально, нормально. Так, нормально. Сейчас... О, ого, ого-го. Уже что есть? Уже что есть? Уже что есть? Так, а что? Что? Так, давай контракты. Контракты. Снова дешмань самую. Оп, оп, оп. В контракты. Вот так вот. Подписать. 78. Ну, эх ты ж. Беда, печаль. Так, тогда давай в апгрейды. Так, тебя в апгрейды. Ну, я... Цена сколько? Ну, давай на 750 рублей тебя поставим. Ну, по стандарту, чё, я ж хуйню это не страдаю, я, как обычно, всякую еботу придумываю. Нет, не зашло, да? Чутка пролетели, конечно, ну, ничего страшного. Так, тогда мы еще. Так, что мы пока имеем? Мы имеем 900, 795 рублей, да? То есть, так, Джерри, Саммер.
Summer Story. Давай тогда еще Джерри откроем. Еще раз, на разок Джерри хватит, посмотрим, что он даст. Фобос. Полтос, да? Так. Еще тогда давай разок. Ну, чуть-чуть, еле-еле там окупились. Блять, на три этих них. Так, Тионик. 17. Ну, тебя можно смело сразу продать. Еще раз крутануть Джерри. А, взгляд в прошлое. 35. Ну, тоже, короче, залупа такая, знаешь, продать 41. Так, тогда давай мы, знаешь, что сделаем? Мы сделаем вот так. Откроем тебя три раза. Раз, два и три. Хроматика. Так, хроматика. Ну, давай в апгрейды. Так, ставим. Так. Все, у нас по... Все стоит как надо. Так, давай сперва начнем с сатена. Я ж не могу отсюда без апгрейдов уйти. Вот, с сатена 7% шанс. Так, хуйня. Так, теперь мы ставим на 2 сотки ставим. Сейчас залетит, нахуй. Сейчас залетит у нас. Сейчас залетит вот эта вот штука. На 10% сейчас залетит. Нет, не хочет залетать. Тогда ставим 3 сотки. 3 сотни. Так, сувенирку мы не будем. Мы вот тебя возьмем. Давай. Так, это тоже мимо. Так, тогда мы ставим 500 рублей. 500 рублей. Ну, давай, облом, облом. Ну, говорящее название, хуй. Облом так облом. Так, это мимо, но есть шанс сейчас что-нибудь. Давай, нахуй, да косарик попробуем апгрейд. Что, может быть, что-нибудь даст. Так, вот, неоновая вот эта вот маромойка. Давай. Эх ты ж, сучка. И... Так, и давай еще разок тебя. Давай, похуй, давай. Давай. Чё, не долетаешь? Ух ты ж, сучка. Ух, очково, очково, конечно. Так, давай мы сейчас повышаем ставки. Ставки повышаем. Хули, две... Давай, две... Две... Ой, 2 500 делаем. Давай. Ух. Пошла жаришка, да? Так, это беру... Блядь, сейчас вот опять какая-нибудь мне выпадет отсюда хуйня, которая стоит, блядь, дешмань. Дешмань какую-нибудь стоит. Я прям опять потом буду бомбить, что ли, какая-нибудь залупа. Оранжевая филигрань. Я даже не знаю таких. Первый класс. Ну, давай. Нет, это облом. А вот... Ну, следующий тоже нихуя не зайдет. Так, тогда мы это продаем. Продаем. До последнего я терпел, короче, продаем. Аквамена открываем. Закрученный. Еще раз Аквамен, пульс. Так, и давай третий раз Аквамен вот так вот крутанем. Есть скинчики, хуинчики. Так, элитное снаряжение, 61. Так, ты пока не даешь. Так, ты давай, раз. Ах ты ж, сука. Еще раз быстро, нага. И еще раз вот так вот, чуть-чуть так. Ох ты ж, не очень, да? Так, ну мы 312 сделали, так. 312 продаем. Давай-ка мы сейчас в симпла залетим. Ну, не, пол... не это, не получается мне. Давай симпла 2 раза крутанем, хватает. На 2 симпла хватает. И эта хуйня выпала. Еще разок выпала хуйня. А это нормально стоит, да? Ну, как бы так себе. Ну, я так себе, я скажу, конечно, да? Как бы так. Давай Аквамеша. Аквамеша, быстро. Пол. Ой, блядь, хуёл. И принцесса пустоши, 92. 92. Все, на 306, как бы. 306. Так, давай, значит, продаем. И снова летим в симпла. Снова в симпла летим. Фармим симплуху. А, 306. Ой, ты нага это, блядь. Ну, блядь, такого нага я не ожидал. И неануар. О, так, это радует, это радует. Это радует, открываем. Ну, ёб твою мать, директива, ты в пизду тебя. И в Красную Армию, да?
Так, пиздуй в Красную Армию. Не знаю, надо хоть что-нибудь забрать отсюда. Не с пустыми же ручонками мне отсюда уходить, да, ребята? Как считаете? Не с пустыми же ручонками отсюда мне уходить, поэтому надо что-то отсюда забрать. Ах, ты ж закрученная. Так, ладно, ты пока годишься. 5 копеек не хватает. О, да ладно, за 162 рубля. Какое же ты говно, видать, там выпало. Ты ж раз ты стоишь 162 рубля. Так, давай тогда снова в эту. Сильвер Элита. Так, открываем быстро. Раз. Так, это мы продадим, потому что такой нам не нужен. Бронза. Так, оставим. Латунь оставим. И еще разок. Лесничий. Лесничий мы продадим. Еще разок хватает. И пустынная атака 3. О, это хуйня. 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 Апгрейды. Что по апгрейдам у нас так? Первый летит, короче, на сатен. Сейчас смотрим. Блять, конечно, хотелось бы, чтобы зашло что-нибудь. Что-нибудь зашло бы. А что такое? Снизилась цена какого желаемого предмета? Да и похуй, что... Да ты заебал. Вот эту давай. Топливный инжектор. Что, залетишь? Нет, не залетишь. Так, давай тогда мы ставим 350. Все как всегда. 350 ставим. 5-7. Тебя и... Че? Ну, это тоже мимо. Не хотят апгрейды зайти. Злится на меня сайт, наверное. Злится, наверное, на меня сайт. Вот, я не знаю, блядь, уже ролик просто долгий получается. 16 минут и какая-то хуйня, честно, получается, да? 16 минут и какая-то хуйня. А сколько баланс у меня? Сколько? 550, а я 600 закинул. Ну, эмочка такая и такая, да. Нет, я, короче, давайте, я все снова продаю. Я продаю. Все снова продаю. Так, что у нас по симплу еще есть? Давай симпла до талого крутанем. На 4, 4 раза можем крутануть симпла. Вот все 4 раза и крутанем. Лапки это говно. Так, давай быстро откроем. Взгляд прошлое говно. Еще раз быстро откроем. Азимов и... Ну какие-то они, блядь, тут не сочные скины, серьезно. Какие-то не сочные скины совсем. Какая-то хуйня. Вот ручной тормоз там, блядь. Ну и сколько? 279, да? В пизду такого симпла, если честно. Вот, давайте я сюда. Давай вот по фасту быстрым откроем. Городской себень и 3. Так, защитный каркас. Окей, теперь сюда. 3 раза откроем. Раз. 2. Ну, такая себе 3, да? Так, контракты. В контракты. Не дает, не дает. Уже пора съебывать отсюда, короче. Пора съебывать он. Он мне уже на это намекает, а я никак понять этого не могу. Ничего не хочет давать. Так, есть. Защитный каркас, блядь. А, у меня еще 40 рублей, кстати, есть, да? Так, не, я все равно хочу что-нибудь на это. На апгрейдить-то себе 10% каких-нибудь. Хочу заапгрейдить. Пиздец, какой долгий ролик. Так, это мимо. Так, давайте я сразу нахуй залетаем. Так, и ты мимо, да? Чё, 600? 600 рублей. Стартрек, че так, давай. Чебупица, блядь. Нет, не хочет, не хочет, не хочет, не хочет. Не хочет ни в какую. Так, у меня есть еще эти. А, 47 рублей, 47 рублей. Открываем. Ай, надо было быстро открывать. Че я кота за хвост тяну, блядь. Так. 2. И 3. Змейк. Так, продать. И духовки надо вон тебе. Дай, закройся, закройся. Нахуй, тут нет, не интересно, честно. Вот, блядь, неинтересно тут крутиться. Неинтересно. Как бы, не, ну, мне надо было забирать, конечно, то, что я там это намутил, но... Так, хуй тут забирать, апгрейд. На сатен ставим. На сатен. Так, это на 200 сотки поставим. Чего, блядь? Слушай, тут 10%, по-моему, было. Ну, было, да прошло, да? Это такой рофл. А, нет, 10.82. Нет. Ну, вот это был бы сейчас у меня сердечный приступ, блядь, если бы он вот так вот сейчас со мной поступил там. Вот, и...
И все. Так, 176. Так, давай мы поставим тебя рублей на 500 хотя бы. На 500. Посмотрим, это сколько. 75. И что тут можно? Облом, да? 36. Ну, хуй знает. Давай посмотрим. Облом. Название говорящее. Посмотрим, что облом. Нет, не облом. Кстати, зашло. Ху! Зашало. 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 И давай, знаешь, что мы сделаем? На косарь поставим. На косарь тебя поставим. Вот попробуем. 51% шанс. Вот и посмотрим, что будет. Ух. Ну, это зашло, 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 зашло. Блядь, что 10% зашло? Охуеть. Поняли? Все. Все. Короче, сделал я это, косарик. Сделал косарик. На этом, короче, остановимся. Нахуй, дальше не буду крутить. Понимаю, что же все, шансы говно. А тут было 10%. Ну, как бы, 10%, ну, такие, знаешь, изи-пизи на отъебизи, да? То есть за 5К можно было ставить, ну хуй его знает. В общем, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. И, конечно же, участвуйте в конкурсе, который у меня проходит. Всем пока и до новых встреч.